Так, давайте начнем. Итоги октября. Так, значит, давайте вспомним, что у нас было в октябре. Самое такое яркое, наверное, событие, мероприятие в октябре, чем нам запомнился октябрь, это наш с вами осенний выезд. Мы с вами с 7 по 11 октября были на Красной Поляне. Это наш традиционный осенний выезд. И несмотря на то, что там сейчас все происходит, у нас приехало огромное количество людей, у нас был полный огромный зал, и у нас было с вами там 4-5 дней для того, чтобы пообщаться, познакомиться с новыми людьми, обучение получить, синхронизироваться и так далее. И получить очень такой мощный заряд для того, чтобы вот эту концовку сейчас года провести очень эффективно. И на осеннем выезде, я думаю, что, наверное, самый важный момент – это было то, что мы с вами все вместе встретились, опять же, объединились, обменялись вот этой энергией, получили, я не знаю, определенную там, долю уверенности, стабильности в том, что ну, все хорошо, все нормально, мы идем дальше, работаем. Я думаю, что вот это было очень важно вот в этом выезде, как бы, ну, рядом с тем, чтобы делали классное обучение и так далее. То есть также была у партнеров от статуса РМ лидерская поездка, тоже хорошая такая тимбилдинг объединяющая. То есть я считаю, что этот выезд у нас удался. Так, идем дальше. Значит, что еще очень важно? Мы с вами почти приблизились вот к этой отметке, почти 30 миллионов скачиваний. Значит, и в этом году, то есть у нас в прошлом году мы прибавили порядка 10-11 миллионов. В этом году у нас уже мы сделали 10 миллионов скачиваний. И вот я думаю, что вот в этом месяце, ну прям вот совсем рядом, мы вот эту отметку 30 миллионов скачиваний с вами отметим. Следите за новостями. Как только у нас мы сделаем 30 миллионов, мы обязательно выложим пост в канале, ну, во всех своих каналах компании и будем с вами отмечать. Я думаю, что можно по этому случаю взять бутылку шампанского, отметить, потому что это очень большая цифра, круглая, 30 миллионов. И смотрите, это говорит о том, что вот каждый год мы прибавляем по 11-12 миллионов где-то каждый год. Это говорит о том, что следующий год, вообще следующий год можно замахнуться на прибавить 20 миллионов и закончить следующий год с цифрой в 50 миллионов. Вот, я думаю, что мы сейчас набираем обороты, и с точки зрения мы набираем обороты с точки зрения присоединения очень крупных клиентов, которые генерят очень большой трафик, и вот с этими крупными клиентами приходит большое количество новых пользователей. И сейчас все это будет таким образом продолжаться, и следующий год будут тоже новые крупные клиенты. Я думаю, что следующий год мы можем, в принципе, замахнуться на цифру в 50 миллионов. Вы просто представьте, вот следующий год, это на самом деле очень быстро все произойдет. В следующем году мы можем подойти к цифре в 50 миллионов. Это просто, это огромная цифра. Просто вдумайтесь, 50 миллионов скачиваний. Вот. И это говорит о том, что мы с вами степ-бай-степ, делая как бы определенные каждый день шаги, мы с вами идем в направлении к нашей полярной звезде, к нашей большой-большой цели. Я об этом говорил на осеннем выезде в Сочи, тогда у нас был брифинг, кто-то задал вопрос о том, что там, вообще куда компания идет, что мы хотим и так далее. И я тогда об этом сказал, хочу еще раз повториться. Вообще вот в бизнесе и тем более, наверное, в жизни должна быть какая-то своя полярная звезда, то есть какая-то такая большая-большая цель, прям, может быть, на всю жизнь. Может быть, это такой какой-то проект, может быть, жизни. Ну, в бизнесе тоже должна быть полярная звезда. То есть это какая-то цель, которая тебя освещает, и ты идешь вот к этой полярной звезде. То есть это тогда, когда даже в темное время суток, когда вы не знаете, что делать, и вы не знаете, куда идти, вы просто поднимаете голову к небу и видите эту звезду, и вам становится все понятно, становится ясно, и вы понимаете, в каком направлении нужно двигаться. Вот очень важно еще раз в бизнесе, тем более в жизни, иметь эту полярную звезду, нужно понимать вообще, в каком направлении твоя жизнь происходит. И это, знаете, вот бывает в разные моменты в жизни, бывают ситуации, когда ты не знаешь, какое принять решение. Ты думаешь, вариант один, вариант два, бывает еще вариант три и так далее. И мы зачастую не знаем, как лучше, мы начинаем оценивать. И вот здесь как раз-таки помогает полярная звезда. Когда она у тебя есть, ты еще раз поднимаешь голову, и все вот эти вот, вся вот эта неуверенность, она проходит, потому что когда ты сверяешься со своей полярной звездой, ты точно понимаешь, что там, вот этот вариант, он, вот эта дорожка, она как раз-таки идет к этой полярной звезде. Поэтому
вот наличие вот этой полярной звезды позволяет проживать легче всякие различные периоды в жизни, периоды в бизнесе и так далее. И у нас есть эта полярная звезда, и она выглядит следующим образом. Мы хотим, чтобы наше приложение стояло практически в каждом телефоне в мире. Мы хотим, чтобы абсолютно любой предприниматель имел возможность прийти на нашу платформу и пользоваться нашими инструментами с очень доступным порогом входа. Я говорю про очень низкую цену, чтобы любой предприниматель мог оцифровать свои бизнес-процессы, то есть высвободить свое время и получить больше прибыли с помощью наших продуктов за очень маленькую плату, чтобы любой маломальский бизнес в любой точке мира мог это сделать, чтобы любой абсолютный человек в любой точке мира мог пользоваться нашим приложением, обычный пользователь, и мог получать выгоду, мог бы экономить, мог бы экономить семейный бюджет, мог бы пользоваться самыми лучшими предложениями, мог бы влиять на предпринимателя, который предоставляет ему товары и услуги. И вот вы знаете, мое замечание, что, то есть, наблюдая за всеми бизнесами, я вижу то, что те бизнесы, которые направлены на объединение людей, они всегда выстреливают, потому что мы, как люди, мы всегда хотим объединяться, общаться и так далее. И вот еще раз, те инструменты, которые способствуют объединению людей, они, то есть им всегда, как правило, гарантирован успех. То есть это мессенджеры, сейчас это раньше были соцсети и так далее. То есть это те вещи, которые объединяют. Мы не соцсеть, мы не мессенджер, но мы, тем не менее, мы тоже объединяем людей. То есть что мы делаем? Мы объединяем предпринимателей и их клиентов. Предоставляем инструменты для вот этой прозрачной, очень простой коммуникации, когда они могут взаимодействовать между собой. И вот эта платформа, она, объединяя людей, она тоже способствует объединению людей, и платформа эта тоже должна, практически гарантирован успех. И, в принципе, все, что вот сейчас происходит, оно как бы говорит о том, что мы вот в этом направлении идем. Поэтому я хочу, чтобы вы это знали, и каждый раз, когда мы еще раз встречаемся там, в темное время суток, когда ты думаешь, что как бы ничего не видно, все там во внешней ситуации, какие-то непонятные события и так далее, мы поднимаем голову к небу, мы видим эту полярную звезду и понимаем, вот мы к ней идем, и неважно, как быстро ты к ней идешь, главное идти туда. Это могут быть быстрые шаги, это могут быть медленные шаги, не имеет абсолютно значения. Главное понимать, что вот это направление, вот эта тропа, она туда нас идет. Вот, поэтому мы туда топаем, и мы туда обязательно придем рано или поздно. Скорость зависит от нас с вами, как мы с вами будем активничать. Вот, поэтому вот это наша полярная звезда, то, куда мы идем. И еще то, о чем я хотел бы сегодня сказать, в своем блоке выступления обучение на обучение для партнеров, VIP-партнеров в Сочи, я говорил в том числе о вот этой штуке, накопительный эффект от непрерывных действий. То есть это, опять же, мое такое жизненное замечание, наблюдение, жизненное наблюдение, что когда ты целенаправленно делаешь действия и не останавливаешься, то есть не прерываешь свое, как бы скажем так, давление, то через некоторое время начинает, то есть это эффект накопления, то есть ты делаешь, копится, и потом где-то прорывается, как вот этот вот росток через асфальт, то есть он копит силы, и потом в какой-то момент пробивает асфальт, вот этот маленький росток, и начинает расти. То же самое и в жизни, то же самое в бизнесе. Когда мы делаем каждый день, может быть, рутины, какие-то определенные действия, и не ждем вот этого быстрого результата, просто делаем то, что мы должны делать каждый день, то через некоторое время происходит вот этот прорыв, то есть накопление и проявление, то есть прорыв происходит. Вот мы с вами смотрим, как кто-то у нас там в бизнесе работает и где-то в какой-то момент выстреливает, там статусы, чеки и так далее. Вот. И это всегда, если посмотреть назад, это, как правило, всегда вот этот результат вот этой работы полномерной, каждый день, рутинный где-то, может быть, работы скучные, но эта работа, она необходима для того, чтобы произошел какой-то прорыв. Вот любой предприниматель, абсолютно любой бизнесмен, он вам скажет, что в бизнесе есть определенная сезонность. Вот практически в любом бизнесе есть определенная сезонность. Понятно, что есть прям бизнесы прям сезонные, которые там летом, например, работают, или, например, работают только в какие-то праздники. Но, как правило, любой бизнес, у него тоже есть своя сезонность.
Почему? Потому что в бизнесе есть два времени. Значит, первое время – это когда мы собираем урожай, и есть время, когда мы сеем. Любой абсолютно бизнес, есть время, когда ты должен посеять, и есть время, когда ты должен собрать урожай. Вот если проводить аналогию на наш с вами бизнес, то у нас с вами время, когда мы собираем урожай, как правило, это время, когда у нас происходят какие-то большие события, может быть, происходят какие-то большие активности, там, типа игры, но в основном это какие-то мероприятия. То есть мероприятие – это время, когда нужно собирать урожай. Вот. И самое, наверное, самое большое такое событие, когда мы с вами будем собирать урожай. Что такое собирать урожай? Тогда, когда происходит большое количество сделок. Тогда, когда происходит большое количество подключений, закрываются новые статусы, растут чеки и так далее. То есть вот эти события, то есть вот эти, вот этот сбор урожая, он происходит, как правило, на событиях. Ближайшее наше с вами большое событие – это итоги года. И мы с вами там на итогах года в любом случае будем собирать урожай. Я не знаю, какой. От каждого зависит, то есть вот прямо сейчас зависит от вас, какой вы там будете собирать урожай. Это нормальная абсолютно аналогия, потому что, еще раз, любой бизнес работает таким образом. То есть мы вначале сеем, потом пожинаем плоды. Вот. И есть, значит, такая поговорка, да, что посеешь, то и пожнешь. То же самое и в нашем бизнесе. Вот как ты пройдешь вот этот период сеяния, так ты будешь потом собирать урожай. Если в период сеяния, когда надо сеять весной, если ты ничего не делаешь, или делаешь какие-то слабые действия, то, скорее всего, урожай у тебя тоже будет в конце, когда осень придет собирать урожай, то есть все там что-то уже поспело, урожай твой может быть маленький. И наоборот, те, кто активно занимается вот этой сеянием, значит, они собирают большой урожай. Так вот, собирать урожай – это итоги года. То есть ближайшее мероприятие, самое большое, на которое нужно прям поработать, посеять – это итоги года. Потому что это самое главное наше событие, на которое оно сверхконверсионное. То есть оно очень конверсионное. То есть если человек туда приезжает, он, как правило, для себя принимает не просто эмоционально, а осознанное решение. И, как правило, на этих мероприятиях люди принимают такие, знаете, сильные решения, что они будут долго двигаться в этом бизнесе, потому что они на этом мероприятии для себя отвечают на очень много вопросов. Даже неосознаваемых внутренних вопросов они на себя получают для себя ответ. Это очень сильное конверсионное мероприятие. И вот как раз-таки сейчас, то время, в котором мы прямо сейчас с вами находимся, ноябрь, декабрь, январь, это время, когда мы с вами должны сеять. Что значит сеять? Это говорит о том, что это возможно, может быть, это немножко рутинное время, когда нужно, ну, знаете, когда вот это вот, ты утром встал, взял лукошко, пошел, значит, на поле, разбрасываешь эти семена, потом ты за ними ухаживаешь и так далее. То есть в этом интересного может быть не так много, как собирать урожай. Но, тем не менее, это тоже необходимое время для бизнеса. И вот сейчас оно, вот прямо сейчас оно такое, это время. То есть его нужно правильно провести, то есть провести это время, то есть эффективно. То есть, что значит в нашем случае, что значит сеять? В нашем случае это говорит о том, что прямо сейчас нужно очень много работать с людьми. То есть, нужно каждый день делать встречи, делать звонки, общаться с людьми, нужно напоминать о себе. То есть, что вы делаете? То есть, вы, по сути, сеете. То есть, вы опять, ну, то есть, разбрасываете вот эти вот семена для того, чтобы потом эти семена взошли и вы собрали урожай уже там на итогах года. То есть, прямо сейчас я общаюсь с людьми, я делаю звонки, я напоминаю себе, я делаю встречи и так далее, для того, чтобы эти люди, они могут прямо сейчас в бизнес зайти, неважно, они могут приехать, могут не зайти в бизнес, или, например, они могут просто приехать как там партнеры на мероприятие, а могут приехать как потенциальные партнеры на мероприятие. И везде сейчас, когда я коммуницирую с людьми, я рассказываю об этом мероприятии, об итогах года. Вот. И моя задача сейчас сеять и сделать так, чтобы туда приехало большое количество людей. То есть вот, так, вот таким образом работает бизнес. Еще раз, это практически любой бизнес, абсолютно любой бизнес. Возьмите строительство. То есть когда там роет котлован, возводит стены, это все рутина, это все может быть не так скучно. Но потом, когда дом закончился, начинаются продажи, вот это вот собираться урожай. Любой абсолютно бизнес возьмите, чем бы вы ни занимались, у вас есть период сеяния и есть период сбора урожая. Поэтому и эти периоды все нужно работать, отрабатывать эффективно. Поэтому вот сейчас это тот как раз-таки период, когда нужно заниматься, может быть, рутиной, может быть, вы сейчас не получаете каких-то
мгновенных результатов это не имеет значения. То есть вы сейчас создаете платформу для того, чтобы на мероприятии, когда будет вот этот момент сбора урожая, для того, чтобы собрать самый-самый большой урожай. Окей, значит, и накопительный эффект от непрерывных действий, это говорит о том, что непрерывно делать, то есть постоянно, каждый день, то есть вода камень точит, постоянно. И вот каждый день, вот каждодневные действия, развивая в себе вот эту дисциплину, и вот эта тренировка, вот эта дисциплина, она позволяет очень хорошо проходить вот эти вот периоды, когда нужно сеять, когда нужно вот дисциплинированно делать, может быть, не получая прямо сейчас в моменте какие-то результаты, но тем не менее делать, понимая, что все равно будет осень, и мы там урожай соберем. Окей. Идем дальше. Давайте поговорим о событийной линейке. Значит, у нас сейчас нет никаких таких прям больших знаковых событий. До итогов года мы ничего не планируем для того, чтобы вас не отвлекать от основной работы. Единственное, будут форумы в регионах, будут различные такие в регионах обучения, мероприятия и так далее. Вот это, опять же, то, чем нужно пользоваться, потому что на этих форумах тоже происходит вот это сеяние. Вы приглашаете человека, он смотрит. Вот. Вы там ему рассказываете, что есть итоги года, куда нужно ехать обязательно. И вот здесь вот этими форумами нужно пользоваться. Сейчас, по-моему, на этой неделе, по-моему, 6 форумов в разных городах, только одна эта неделя. В следующей неделе тоже, по-моему, там стоят заявки, большое количество форумов. То есть сейчас будет очень много мероприятий. Вот, онлайн-форум 24 ноября для клиентов у нас будет. То есть сейчас очень много вот таких мероприятий, очень важных, которыми нужно пользоваться. То есть вот это сейчас работа идет. И смотрите, пожалуйста, обращайте внимание на канал компании, мы там постоянно публикуем, где будет проходить, мы публикуем контакты организаторов, с ними можно связаться. Если вам не важно быть в этом городе или жить в этом городе, у вас есть знакомые в этом городе, вы можете их отправить на это мероприятие, потом уже после этого переговорить. Вот, поэтому будьте внимательны, вот эти вот форумы, вот эти мероприятия, это все инструменты, которые создаются силами нашего партнерского сообщества для наших партнеров, поэтому этим нужно пользоваться. Так, идем дальше. И еще раз, вот эта вся работа наша с вами, она для того, чтобы мы провели очень мощно, классно наши мероприятия итоги года. В этом году еще раз, то есть эти итоги года мы решили сделать не в Крокусе, а в Вегасе. Нам очень понравилось, как мы сделали день рождения компании в Вегасе, очень классная площадка. Мы решили там же попробовать провести итоги года. Значит, для нас это проба, то есть мы посмотрим, как... То есть день рождения прошел классно, отлично, площадка хорошая, все здорово. Мы теперь посмотрим, как там проведем итоги года. И опять же, еще раз, для нас это проба. Если нам все понравится, окей, если не понравится, то мы снова вернемся в Крокус. То есть мы так делаем, значит, в Крокусе, потом, значит, куда-нибудь сходим, нам не нравится, мы обратно возвращаемся. Вот, поэтому в этом году тоже посмотрим. И обратите внимание, даты – это уже все, финальные даты – 11-12 февраля. То есть у нас уже подписан договор, значит, мы уже все полностью там готовимся к этому. 11-12 февраля – это суббота и воскресенье. То есть не воскресенье, а понедельник, как у нас было в последнее время, это суббота и воскресенье. Полноценные 2 дня, выходные мы будем с вами делать, отмечать итоги года. Еще раз, это очень знаковое событие, на котором у вас есть не просто возможность приехать на мероприятие, посмотреть, а у вас есть возможность выйти на сцену. У нас есть номинации на... Так, кстати, давайте посмотрим ролик с номинациями, которые нас ждут.
Слушайте, ролик прям до мурашек, да? Я думаю, что он должен быть у вас где-то вот прям близко в закладках, чтобы его пересматривать. И у каждого есть возможность на этих итогах взять какую-то номинацию. Вы можете зайти на сайт, вот gisevent.com, зайдите на сайт, это наш официальный сайт по мероприятию, и можете посмотреть, там есть описание номинации, что для этого нужно сделать и так далее. Вот, значит, есть описание самого мероприятия, билеты, как это было и так далее. Значит, поэтому зайдите на сайт или можете скидывать этот сайт своим потенциальным клиентам, партнерам, которых вы планируете пригласить. Сайт очень красивый, и там есть ролик, как это было в прошлом году. Вот, поэтому слова, они, то есть видео, ролик, он лучше передает, чем слова, поэтому дайте возможность людям этот ролик посмотреть. Вот, значит, еще раз, для нас с вами это самое важное мероприятие в году, самое наиважнейшее, важнее мероприятий нет, это самое, то есть, как правило, и это самое конверсионное мероприятие. Что я имею в виду? Это говорит о том, что те люди, которые приезжают на это мероприятие, процент, то есть, процент, значит, положительного принятия решения в сторону компании, то есть быть клиентом или партнером, он очень высокий, этот процент. То есть, ну, практически, не скажу, что все, но большинство, подавляющее большинство гостей, они обычно присоединяются к компании, может быть, не сразу, может быть, где-то там чуть попозже, но они для себя это решение принимают. Почему это происходит, еще раз? Потому что вот у человека, когда он слушает о нашем предложении, или вообще любое бизнес-предложение, у него есть всегда ряд каких-то вопросов. Вот. И есть вопросы осознаваемые, а есть вопросы неосознаваемые. Иногда ты спрашиваешь человека, у тебя есть вопросы? Он говорит, ну, как бы, вроде бы нет, нет вопросов, все, я вроде бы все узнал. Вот. Но он как бы не может, все равно как-то колеблется и не может принять решение. Это говорит о том, что есть ряд неосознаваемых вопросов, которые где-то на подкорке, вот, но их он их даже не осознает, но они его тормозят. Вот. И вот эти мероприятия большие, они как раз такие вот на эти вопросы отвечают. То есть человек не осознает эти вопросы, но вот находясь вот в этом два дня, он получает ответы на эти вопросы. И возможно, что человек скажет, ну как бы, ну нет, там точно не мое, например. И это хорошо, когда он для себя точно, например, решил, да, и он не тратит ваше время тем, что не знаю, буду, не буду и так далее. То есть вот это мероприятие, когда подавляющее большинство говорят, точно нет, и ну, маленький-маленький процент людей, которые, может, ну, скажут, там, все, ребята, это, например, не мое, это тоже нормально, вот, и все, как бы уходит из вашей жизни и не тянут вашу энергию. Поэтому это мероприятие очень важно, очень мощное, мы очень сильно к нему готовимся. У нас будет, это как Оскар, вручение премии Оскар. И, знаете, вот, например, у меня есть друзья, которые просто любят ходить на наши мероприятия, когда вот у нас происходят итоги, они всегда там, типа, мы хотим тоже билет, вот, прийти, потому что это очень красивое мероприятие. Это, ну, не знаю, то есть большое количество людей, они никогда даже не были на таких красивых, классных мероприятиях, когда много красивых людей, все в костюмах, в платьях, то есть это все красиво, там софиты, значит, музыка, выходят люди на сцену, они говорят слова, которые трогают за сердце. И шоу-программа, и в конце у нас будет тоже хедлайнер, у нас будет звезда шоу-бизнеса, мы тоже, как в прошлом году все это, то есть не в прошлом говорили, в этом году мы решили держать в секрете, для того, чтобы это для вас было сюрпризом. Вот. Второй день будет обучение, тоже мощное, целый день будет обучение от топ-спикеров. Поэтому, еще раз, это очень мощное мероприятие, на котором нужно пожинать плоды. То есть это вот как раз сбор урожая, так скажем. Поэтому сейчас мы активно на него работаем в рутине, дисциплинированно. Понятно, что каждое утро вот не хочется вставать, не хочется делать звонки и так далее. Но просто понимаете, если вы сегодня не разбросите вот эти семена, то осенью вам нечего будет собирать, потому что ничего не прорастет. Вот, поэтому вот сейчас очень важна дисциплина. Каждый день делаешь какие-то действия. Это не говорит о том, что нужно выкладываться, может быть, там у нас нет задачи выиграть золотую медаль, но важно каждый день что-то делать. Каждый день не прерывать действия. Делать, 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 делать для того, чтобы был вот этот эффект накопления и потом проявления. Вот. Зайдите на сайт, пользуйтесь вообще сайтом. Я не знаю, знали вы, не знали, что у нас есть такой сайт gisevent.com. Мы специально этот сайт сделали для мероприятий компании. Вот. Он очень красивый. Мы специально его делаем для гостей.
Вот, поэтому пользуйтесь, сами смотрите и скидывайте своим потенциальным гостям. Хорошо, затем после мероприятия мы с вами обязательно поедем куда-то отдыхать. Будет лидерская поездка у нас в феврале 2023 года. Сейчас тоже у нас, мы вначале думали, что это будет в Дубае, вот, но немножко решили опять же переиграть. Вот, потому что ну, нужно реагировать на те события, которые происходят вовне. Вот, значит, и уже очень скоро, я думаю, на этой неделе, может быть, на следующей неделе уже будет информация по мероприятию, значит, где оно пройдет, что это за мероприятие будет. Вот, значит, поэтому следите, на этой или на следующей неделе уже будет конкретика, что это будет за поездка. Значит, это во-первых. Во-вторых, значит, мы также решили пересмотреть компенсацию от компании за то, что вы туда поедете. То есть, скажем так, лидерская промо на эту поездку. Если вы помните, у нас было промо на директора, то есть нужно было 3 недели значит, продержать директора, и вы получаете какое-то вознаграждение. Сейчас мы его немножко переделали. Дело в том, что в лидерскую поездку поедут у нас партнеры от регионального менеджера и выше. То есть нужно закрыть регионального менеджера. У нас поедет большое количество людей вот, в эту поездку. И промо мы тоже переделали значит, под региональных менеджеров. Значит, давайте посмотрим, какие у нас изменения в лидерском промо, компенсация от компании. Значит, начнем с того, что мы делаем период действия с 9 октября. Дело в том, что у нас в 7 по 10 октября в Сочи было мероприятие, и оно закончилось тем, что у нас был выезд для региональных менеджеров. То есть те люди, которые сделали регионального менеджера до Сочи, значит, они съездили, значит, потусили, был такой лидерский выезд. Вот, поэтому мы там обнулились и берем снова вот этот забег, период, начиная с 9 октября и по 12 февраля, это как раз итоги года, то есть воскресенье по воскресенье. Это ровно 18 недель. Значит, и вот в эти 18 недель, если вы любые абсолютно, начиная от 2 недель, ну, начнем с того, что если вот за эти 18 недель вы закрываете статус регионального менеджера, то вы получаете приглашение в эту лидерскую поездку. А если вы закрываете 2 и более, то вы получаете еще компенсацию. Значит, компенсация следующая. 2 недели там, по 40 финансовых циклов, это 400 условных единиц. То есть получается каждая неделя по 200 УЕ. Вот, значит, начинаем от 2. То есть 2 недели и выше, это по 200 условных единиц за неделю. То есть 2 недели 400 УЕ, 3 недели 600, 4 недели 800, 5000. И максимально, сколько можно получить на один аккаунт, это 10 недель по, тут написано 100 финансовых, ошибка, по 40 финансовых циклов. Это 2000 условных единиц. То есть максимально можно получить 2000 условных единиц. Этих денег хватит с лихвой для того, чтобы покрыть все расходы на лидерскую поездку. Значит, поэтому еще раз, с 9 октября по 12 февраля, по итоге года, 18 недель, в любые эти 18 недель, неважно периодичность и так далее, в любые эти 12 недель мы делаем одну неделю 40 финансовых циклов, мы едем, и начиная со следующей недели мы уже начинаем получать от компании компенсацию. Значит, еще раз, это компенсация. То есть, если вы едете, то компенсация происходит. Это не просто бонус, а именно компенсация. Те, кто поедут, получат эту компенсацию. Те, кто не поедут, у них расходов не будет, значит, нечего компенсировать. Поэтому те, кто поедут на лидерскую поездку, они как раз-таки эту компенсацию получат. Значит, это от компенсации от компании новые. Немножко пересмотрели мы условия. Так, и... Что у нас? Все, да. И нам нужно поздравить чемпионов. Так, начнем со статусов. Статусы, партнеры, которые закрыли новые статусы в октябре. Так, поехали. Начинаем со статуса менеджера. Поздравляем. Алексей Степанов, Иркутск. Лиана Симонян, Барвиха. Марсель Сабиров, Екатеринбург. Василий Сорокин, Новосибирск. Александр Малкин, Брянск. Гортензия Асрян, Леониха, Александр Нюдюльчаев, Элиста, Валерий Мельников, Комсомольск-на-Амуре, Игорь Китаев, Пермь, Бадма Кекшаев, Элиста, Виктория Борзенко, Барнаул, Валерий Альшанский, Москва, Анна Столярова, Санкт-Петербург, Светлана Григорьева, Омск,
Евгения Николаева Амга. Нет, Амга, по-моему. И Ольга Шерстяникова, город Иркутск. Затем идем дальше. Следующий статус. Ключевой менеджер в октябре. Эдуард Булгаков, Ростов-на-Дону. Дмитрий Пряхин, Пермь. Егор Фанинштиль, Омск. И Михаил Белых, город Тюмень. И в октябре у нас появилось два новых региональных менеджера. Это Юрий Петренко, Хабаровск. И Анастасия Столярова, город Южно-Сахалинск. Идем дальше. Значит, рейтинг по подключению партнеров в первую линию. Значит, мы отметим тех партнеров, которые в октябре подключили в первую линию два и более новых партнеров. Начнем с двух партнеров в октябре. Виктория Борзенко, Барнаул, Артем Яковенко, Москва, Дмитрий Алена Соловичук, Екатеринбург, Ольга Шерстяникова, Якутск, Елена Орлова, Краснодар, Василий Сорокин, Новосибирск, Егор Фанинштиль, Омск, Евгения Николаева, Амга, Виктория Харченко, Южно-Сахалинск, Ольга Ермолаева, Тверь, Влада Непомнящих, Кемерово, Эдуард Булгаков, Ростов-на-Дону, Александр Нюдюльчаев, Элиста, Марсель Сабиров, Екатеринбург, Дмитрий Салтыков, Кемерово, Альфия Лоханина, Набережные Челны, Ольга Сидоренко, Тверь и Зоя Ващенко, город Южно-Сахалинск. Идем дальше. Три партнера в октябре в первую линию. Игорь Китаев, Пермь, Светлана Григорьева, Омск, Булат Шайхулин, Казань и Валерий Мельников, город Комсомольск-на-Амуре. И абсолютный чемпион у нас в прошлом месяце, в октябре, Бадма Кикшаев, город Элиста. Четыре новых партнера в октябре в первую линию. Так, и также мы отметим партнеров, которые активно работали с клиентами. Отметим всех партнеров, которые подключили три новых клиента и больше в октябре. Начнем три новых клиента. Татьяна Евсеева, Якутск, Елизавета Кобякова, Расцветовский, Галина Павлова, Самара, Екатерина Шинкарева, Кемерово, Андрей Крахмалев, город Тверь, Наталья Ерниева, Москва, Константин Федотов, Улан-Удэ, Павел Рубанович, Краснодар и Дарья Харламова, город Санкт-Петербург. Идем дальше. Четыре клиента в октябре. Алтанзу, Субатар, Улан-Батор, Монголия, Ерлан Турабеков, Кыргызстан, Шатен, Шымкент, Алевтина Короткова, город Йошкар-Ола. Идем дальше. Пять новых клиентов в октябре у Татьяны Фурсовой, город Самара. Шесть новых клиентов в октябре. Иван Дорошенко, город Йошкар-Ола. И у нас есть три лидера, которые подключили по 8 новых клиентов в октябре. Это Андрей Курков из Армавира, Даниил Голуб, Домодедово и Максим Моисеев, город Москва. По 8 новых клиентов в октябре. И гонка городов. Значит, гонка городов. Мы смотрим города, то есть вы видели номинации, топ-регион по подключению новых клиентов и топ-регион по подключению новых партнеров. Значит, мы будем поздравлять на сцене Крокуса. И давайте посмотрим сейчас топ-10 в гонке городов, вот прямо на сегодняшний день, вот в этом спринте. Значит, берем по клиентам. Топ-10 городов по клиентам. 10 место Омск, 9 Бишкек, 8 Самара, 7 Тюмень, 6 Пермь, 5 Улан-Удэ, 4 Иркутск, 3 Санкт-Петербург, 2 Якутск и 1 место город Москва. И по партнерам. Давайте посмотрим топ-10. 10 место Самара, 9 Тверь, 8 Сургут, 7 Санкт-Петербург, 6 Омск, 5 Пермь, 4 место Якутск, 3 место город Якутск, 4 Якутск, 3 Иркутск, внимание, 2 место Москва и на первом месте, внимание, город Южно-Сахалинск. Южно-Сахалинск, 1 место вот на сегодняшний день в этом спринте в гонке городов по партнерам. Южно-Сахалинск, молодцы, так держать. Посмотрим. Значит, на итоге года посмотрим, какой город выйдет на сцену и заберет этот заветный кубок, топ-лучший регион по клиентам и по партнерам. Так, все, на этом все. Вся статистика. Еще раз поздравляем наших чемпионов, тех, кто очень хорошо поработал в октябре. На следующий месяц мы с вами соберемся в начале декабря для того, чтобы подвести итоги ноября. И тоже также поздравим тех, кто будет очень хорошо работать в этом месяце ноябре. Я уже заканчиваю. Еще раз, наверное,
основной, самый главный мой посыл на сегодняшний день – это понимание сезонности бизнеса и воспитание в себе дисциплины проходить вот эти вот периоды в бизнесе. Еще раз, сейчас очень важна дисциплина, сейчас очень важны каждодневные, ежедневные действия. То есть мы сейчас с вами создаем платформу, фундамент для очень больших результатов в будущем. Это очень важный этап, потому что без этого этапа ничего больше не будет. Поэтому сейчас очень важно дисциплинированно каждый день делать. И не прерываться, то есть не делать остановки. Потому что вот вы как бы накачиваете вот этот пузырь, то есть делаете, оказываете давление, накачиваете. И вот буквально 1-2 дня остановился, вот этот шар, он начинает сдуваться. И вам нужно снова опять его накачивать. Поэтому если уж вы начали делать, то продолжайте делать. Самое главное – это каждый день что-то делать. Каждый день. Пусть это будет какое-то небольшое действие. Пусть это будет одна встреча или какой-то там один созвон. Но самое главное – каждый день вот в этом жить. Каждый день делать. Если вы понимаете к вечеру, что вы сегодня ничего не сделали по бизнесу, срочно вставайте из постели и что-то делайте, потому что, ну, чтобы вот этот шарик не сдувался. Вот оно так работает. Я не знаю почему. Я не знаю как, но вот мои жизненные наблюдения, это так работает. Не только у меня, но и у других. Я думаю, что те, кто занимается активным бизнесом, тем более партнерскими программами, они долго, то есть они с этим согласятся. На этом у меня все. Я желаю вам продуктивного месяца и до встречи на следующих наших с вами мероприятиях. Я благодарю вас за внимание. Все, всем хорошего дня, всем пока.